этих бешеных парней не остановить. На их донаты я. Кто там? Доставка, блядь. На их донаты в самом сердце канала появился огонь. В прямом и переносном смысле. Этот огонь заставит радоваться ваш глаз, смотря прямые эфиры в лучшем качестве. Знаете, какие ощущения я испытываю? А, какой графон. Стабильные 60 FPS. Что горит, блядь? Не-не, это не мой пердак, точно. Раньше таких видях у меня не было, поэтому при покупке корпуса я не особо парился. Глаз радуется, значит беру. И когда я новую видяху вставил в свой старый корпус, напичканный железом, пылью и проводами, включил восхват на максималках, мой кот, выходя с балкона, сказал мне: «Вызывай пожарных, дебил». После его слов я понял, что оставшиеся средства с донатов пойдут не на 2К-монитор, а на новый корпус. Короче, други, вот что получилось. Zalman Entry H плюс 2 новых кулера. В итоге получилось всего 6 вентиляторов, 3 на вдох и 3 на выдох. БП встал внизу вместе с жесткими дисками, башня процессора выдувает наверх, все провода спрятались за боковой стенкой и за оргстеклом не видно никакого беспорядка. И в самом центре этот огонь. Видяха от MSI GeForce GTX 1080 Ti на 11 гигабайт памяти. Практически во всех играх 60 FPS на максимальных настройках графики. Мощь, частота и порядок. Благодаря этим подписчикам. Наш канал на финишной прямой к трансляциям в 2К разрешении. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам большое.